У меня трясутся руки. Я не могу говорить. Мне не хватает воздуха. Ну, попробую вылечиться быстро. Ты малыш. Полежала, подышала. Пришла идея лечиться мультиками. Расскажу, что из этого получится потом. Пока Лай готовит чай. И оказывается, тоже болею. Странно. Но все равно как будто наблюдаешь за собой болеющий. Хотя и больно. Как-то все равно по-другому. Не как раньше. Всем здоровья. Та-дам-та-дам. Лада, осторожней. Лада. Ты разговариваешь с утра, кушать хочешь? Что тебе дать, фруктик дать? Ты такой прям мяу-мяу, то котов, что ли, научился подражать? Да. Да, мой сладенький. Да, мой сладенький. Поглажу тебя, мой сладенький. Мой сладенький. Мой сладенький птиц. Ты моя любимая птица. Ты мой сладенький. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, мой маленький. Доброе утро, мой сладенький. Хвостиком еще повиляешь? Хвостиком еще повиляешь? Доброе утро. Доброе утро. Пойдешь на ручку? Пойдешь ко мне? Пойдешь ко мне? Пойдешь? Ты моя сладкая птица. Доброе утро. Доброе утро, птица моя. Доброе утро, сладенькая.
завтрак. Лай поджарила мне яйца без масла в воде. И нам принесли мяско и рис. Всегда вот так вот делают немного масла на руки, чтобы клейкий рис не прилипал к рукам. Дождик сегодня. Да, каждый день дождик. Будем кушать. Да, рис, вот это клейкий рис. Ты иди отсюда, муха. Его макают. Как хлебушком получается. И едят. Это вкусно. Ну вот, пришло время. Ольга, когда приезжала к нам в Лаос, подарила мне баночку. Пытаюсь найти, с какой страны. Сказала, что очень вкусного меда. И вот сейчас это будет прям в тему, в тему. Буду лечиться. Вот, спасибо, Оля. Видишь, как здорово все. Все вовремя. Это специальный имбирь, он такой маленький, совсем другого вкуса, более насыщенного. А это бекихуд, как бергамот. Вот Лая его почистила, корочки. Сейчас все мы это заварим мне в чай. И с медиком будет мне вкусненько. Давай, я только что закипятила его. Ух ты, ёперес, это у нас нашествие муравьев продолжается. Это бутылка с растительным маслом, притом она закрытая. И туда никто попасть не смог, но снаружи. Сейчас я чем-нибудь вам потыкаю, смотрите. Муравьев. Дорога из муравьев уползут на меня. Кусаки. Ладно, сама трогала. Да. Сейчас будет у нас. Нет, это я отдельно буду класть. Отек. Сейчас пойду за отеком. Выглядит вкусненько. Not dry, oh. Он не дым dry. Нет. Их не dry, он будет дым soft, fry, так open. Dry for day safe long time. Okay. А у меня вот такой будет зеленый травяной чай. Гринти. А там у меня на мой телефон пишется таймлапс этого прекрасного неба. Ой, блядь, рука не держит, сука. Ручки трясутся еще. В соседстве с муравьями. Соседству с муравьями.
Клай готовит себе суп. Ну как готовит? Это ж тебе принесли или нет? Или yourself? Self? Сама, говорит, готовлю. Брат до сих пор. Ой, такой весь грязненький вот, на тракторе. А я варю себе пельмени. У меня есть сметана, пельмени. И будет мне счастье. Че? Лай, говорит, я, говорит, сама тут готовлю, а ты говоришь, я не готовлю. Готовлю. Хотите, я расскажу секрет, как она готовит? Она высыпала туда просто банку кильки в томате. Ей принесли лапшу, и она сейчас будет это есть. Ну вот еще про кулинарные курсы. Ну не курсы, ладно. Это, короче, банановый цветок. Цветок бананов. Когда растут бананы, вон там внутри, подожди, покажи мне, это маленькие бананчики. Вот, и... Она их только что выкинула, цветы банана. Вы видели цветы банана? Сейчас она их будет есть. А водичку с лимоном намешала себе, чтобы сейчас эти цветы бананов туда класть. Чтобы не потемнело, да, Лай? Фабадам? Потому что если воды не будет, то будет темнеть. Что там на мне сидит? Вот так выглядит цветок банана. Кстати, после того, как цветок срезаешь, то количество бананчиков уже не увеличивается на связке. Надо вот так тоненько-тоненько порезать, а потом это добавляется в суп. Она говорит, сколько лет я уже таким не занималась. Уже забыла, как это делать. Я говорю, лучше так. Тулай получился вот такой вот суп. С лапшой, там мясо есть, а рыба там, да. Это называется капун. Капун, она говорит, сама первый раз так готовлю, вообще первый раз готовлю. Так. Капун — это суп из лапши, вернее, суп с лапшой из рыбы, из любой рыбы. Это может быть какая-то большая вкусная рыба, это может быть вот так банка консервная рыбная. Вот, но по сути это уха с лапшой. И цветком банана. Буду сегодня есть пельмени с супом. Ну, в смысле, с водой. С-под пельмени. 100 лет пельмени не ела. Как after long time booking? Хуан. Горячий очень. А еще я люблю пельмени со сметаной. Но оно охлаждает, и тогда не очень горячо. Я вообще сметану люблю. Мне сейчас будет горячо, не снимай меня. Это you can сметан with dumplings, not dumplings with сметан. Чаба. Кнолила, чаба. Я же говорила, я быстрее тебя съем. Не доела, но было вкусно. I'm им. I'm finished. Soup, I'm finished. А ты суп не доела? Ну и чё? When I'm finished soup. А я наелась. Детвора сегодня спит с нами. Шпит. Дитё шпит. Станет дитё. Дитё спит. Still not. Кто-то открывается с глазами. Ну ладно.
под ноги. Маленький ребенок. Ова, еда. Что готовишь? У нее есть вот такая волшебная кастрюлька. У нее есть все много волшебных кастрюлек. Я она покупала, заказывала. Прикольно, мне нравится. Готовит себе суп. Мне что-то не хочется есть, я мясо этого. Меда наелась. А у меня будет кусочек авокадо из сыра бри. Не хочу есть что-то другого, ничего. Готовить не хочется. Ничего готового не хочется. Вот так. А у Лай все еще в этой штучке что-то не очень. Долго все было. На газ переставила и там готовит. Суп себе доваривает. Вот мы тут решили покушать. Услышали грохот. И у нас упал бак с водой. Вообще полностью. Большой. У нас нет воды. Вообще. И темно. Я тут записывала видео, а оно, короче, не записывалось. Кушали, сидели, слышу грохот. А у нас бак упал. Ну, не просто упал, а его просто разорвало. Разорвало вот так вот. Смерть. Наш бак для воды. Ночь. Ну ничего, будем завтра решать этот вопрос. А сегодня будем жить без воды. Трубки, трубки. Все конструкции. Ну, чтобы никакая змея тут за жопу не укусила. У нас сегодня странный день. Лай ела, ела, и у нее палочки сломались. Первый раз, говорит, такое, что раз вот так, и вот так палка отломалась. У нас очень странный день. Там у меня много по мелочи что-то ломается. Пойдем спать, нам не надо выходить из дома, из кровати. Кушай, кушай. Мы вытащили оттуда трубу. Одну. Лай пошла за черным баком. По идее, с этой трубы будет вода. Нам так чисто хотя бы этот сортир посмывать там. Лай моет нам ведро. Позвали среднего брата. Он сейчас будет это тащить нам. Так, может, ты черпаком вычерпаешь? А? Пока брат там воду носит,
Я, короче, с котятами сижу, чтобы никуда не свинтили. Кормить сейчас надо. Они у меня как птицы теперь. Вот, так что у меня еще два попугая. То у меня обычно Лёлик и Лёха. Сейчас у меня Лика и Липта. Sunbirds. Mm. Give money, да, for present. Вот, а брату мы всегда денежку даем, поэтому они нам все с удовольствием всегда помогают. И нам хорошо, и им хорошо. Че, малыши, кушать? Кушать. И сейчас в гамаке. Мама моя звонила, говорит, в конце декабря прилетит к нам. Говорит, давайте, говорит, 2 недели в Лаосе, а 3-ю неделю в Таиланд, говорит, вместе поедем. Вот, так что скоро будет, ну как скоро. Потом буду разговаривать.